чтобы никто не имел какой-то. У нас сейчас я ездишь защиту. Я как полагаю, анализ. Засвечим. Данный автомат уникален тем, что этот автомат стреляет под водой и над водой. В настоящее время нигде в мире не занимаются разработками, тем более производством автомата, который бы стрелял под водой. Это надо было выискивать.